Итак, дорогие друзья, решил я такой зайти на YouTube и посмотреть, сколько у меня просмотров и лайков под последним видосом. Такой нажимаю мой каналчик, видео, смотрю, ух ты ж, блин, 250 просмотров, нифига, видосик как набрал много. Потом такой нажимаю на него, а там 25 лайков, ребят, спасибо вам за такую активность. Ну а раз зашел видос про программы для стрима, то я решил сделать видео о самых нужных программах для начинающего ютубера. Ну что же, медлить, давайте уже перейдем к ним. И сейчас поговорим о двух нужных программах для монтажа ваших видео. Это KineMaster и Power Director. Самые лучшие программы, по моему мнению, для монтажа на андроиде. Если что, ссылочки на эти две программы будут в описании, чекайте. Ну а сейчас мы переходим к записи и обработке голоса. Но для того, чтобы записать свой качественный звук, то не советую записывать вам на стандартный диктофон от телефона, ведь звук все равно будет очень-очень ужасен, поверьте мне. И советую скачать вам программку либо HiQ MP3 Recorder и либо Smart Voice Recorder. Я пользуюсь HiQ MP3 Recorder, но вы можете выбрать любую из этих двух программ. Они обе записывают отлично, у них простые настройки, да, ребят, вот это вот отмечаю. Но это не точно. Также ссылочки на эти программы будут в описании. Но сейчас мы переходим к обработке фото. Так, ну а для обработки фото, создания шапки и аватарки для превью советую вам две программы. Это PixArt и всем известный PS Touch. Они обе хороши, так как в них можно создать коллаж. Можно наложить и обрезать фотографию. Все, что связано с фотошопом, все можно с них сделать. Но по моему мнению, в PS Touch намного больше функций, чем нежели в PixArt. И также я говорю, ссылочки на эти программы будут в описании. Ну а сейчас переходим к программам, в которых можно обработать голос. То есть добавить басы, высокие частоты и еще очень много функций. И это две программы под названием Denon Audio Editor и Lexis Audio Editor. Я сам обрабатываю через них и говорю вам, они очень хорошо обрабатывают, но вы можете слышать голос, если вам нравится вот сейчас вот обработка, то такую же вы получите на выходе, если вы скачаете программу. Также ссылочки на них будут в описании. Ну и вот мы подошли к программе Eraser. С помощью нее вы сможете обрезать все лишнее на фотографии. Это все очень просто. Думаю, разобраться в ней вам не задастся труда. Ну и последнее на сегодня приложение, это Screen Recorder Pro. С помощью него вы сможете записать видео с вашего экрана телефона без водяного знака и в хорошем качестве. Ссылочку на него также оставлю в описании. Ну если же вам понравилось видео такой тематики, то жмите лайк и подпишитесь на канал. Ну а давайте под этим видео наберем около 20 лайков, я буду очень рад. И после 20 лайков я выпущу сразу же новое видео. Ну а с вами был, как всегда, Crazy Dan. Всем удачи и всем пока.